Последние два дня меня преследует какая-то невероятная удача. Столько крутых игроков, столько крутых пакетиков, и не поделиться с вами я этим просто не могу. Там реально будут такие паки, что просто писец. Так что я без преувеличения могу сказать, что это мой лучший пак опенинг. Сначала будет идти нарезочка со стрима прошлого. Кто не был, зацените, там также было много крутого дропа. И потом увидите вот эти вот самые охуительные пакетики. Ну и конечно же я вам покажу тот самый легендарный момент, где был великий бой призрака против Честера. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Всем здорово, чуваки, с вами я, сексуальный панда FX. О, тут какие-то ворота, портал открылся. Саму Кастележо, у него скоро-скоро нормальный такой. Первый хороший игрок поехал, 87+, Иньеста с помощью скипа падает. Я ногой кота никогда не открываю. О, щиточки есть, КТ, ты кот. Иди отсюда, блядь. Бля, ебать, кот вытащил Робена. Да отъебись от меня, блядь, иди отсюда нахуй. Бля, достал тут сосиску, которая, бля, лет 100 у меня дома лежит. Бля. Нормально. Как суды? Блять, пиздец. Обычно призрак только разливает пиво, теперь я, блять, на. 20 паков, спасибо, под нос. Спасибо. Слабая нога, одна звезда, ты что за человек? О, Фред, это охуенно. Чай. Я же мститель. Я только что киксельнул Фреда. Я только что кикселил 25 тысяч, блядь. Сука, он мое ухо лижет. Блядь, раньше... Стоять, блядь, нахуй! Видали, что я выбил? Это я выбил! Это я выбил! Иди нахуй! Вот я его сейчас возьму на руки, у меня опять ёбнет. Ну, не надо брать его на руки. Пусть наслаждается тем, что имеет. Ебать мой хуй! В рот, блядь, нахуй! Вы это видели, блядь? Блядь, разлил пиво на ноутбук! Пиздец, блядь! Чуть поебал меня! Что там было, я не заметил! Минус ноутбук за 80 тысяч, его залили пивасом! Ебать мой хуй! Хороший игрок, ребята! На концерте! Спустя некоторое время призрак ушел, и ко мне пришли гангстеры фиферского дела. Рома Рой и Денчик Фломастеров. 30 паков спасибо под нос. Я третий. Так, первый пак спасибо под нос. Понятно. Так, играем пак на желание. О, Гнабри, хорош! Слушай, первый пак. ЦБ, Челси, Давид Луис. Опа, щиточки. Я же говорил, бронзовый пак. Бразилия, РВУ. О-о-о! Красава, бро! Это прям... 70 тысяч. Охуенно, бля, нихуя ты вытащил, блядь. Это лучше, что нам падает. Это такой абсурд. Вы прикиньте, типа, халявные паки намного круче, чем, блядь, обычный, в который ты донатишь, ну это ж пиздец. О! Охуенные щиты, блядь. Тихо, смотрим. Это пиздатое, что это должно быть. Бразилия, ЛМ. Тупостоса! Красава, брат! Паки, спасибо, под нос, блядь, а лучшее, что было на сегодня? Наконец-то, блядь. Дуглас Коста, бля, сколько он стоит, подождите. 93 тысячи! Самый дорогой игрок! 93 тысячи, самый дорогой игрок, бля, ебать! Бля, нихуя, 5-5-5-5-5-5. Один забавный момент произошел, мне скинули имя порноактрисы, я хотел просто чекнуть, посмотреть, что, кого, куда, и случайно добавил к себе видос. Гуглить порноактрисы. Так, Марша. А как пишется? Ну она жирная стала. А, это вот это вот? Нахуй ты добавил себе, нахуй ты видеозаписи себе добавил? Куда я добавил, тихо? Чуваки, как удалить? Как удалить? Ой, блядь, надо отплакаться. Гризман! Нихуя! Нихуя, как вы это сделали? Это я сделал. Мы про дрочку разговаривали, понеслась. Как вы это сделали? Гризман, нихуя. Он 500 тысяч стоит. Ебать! Ебать!
Вы что сделали? Бля, все, блядь. Вы что, душу дьяволу продали, блядь? Охуеть. О, Пьянич, хорош. Заебись. Снова Ювентус, блядь. Снова Ювентус, снова, и блядь. И снова тебе состав идет. И снова, блядь, Паки спасибо под нос тащит, блядь. Локаут. О, блядь, последний. Мы же играем на это, да, на дерьмо? Ничего мы не играем. Информ, Бразилия. Сам. Ну вот Алиска, хорошо, это хороший парень. Заебись. Ну и собственно то, ради чего мы сегодня здесь собрались. Паки Division Rivals. Просто смотрите и наслаждайтесь. Не очень, так скажем, повезло, смотрим. Ну может хотя бы есть щиточки, щиточки есть. Это отцо... О, Видаль! Хорошо! 85 рейтинг. Он, к сожалению, так скажем, непродаваемый, но... Я думаю, что этот парень вполне себе играбельный будет, несмотря на то, что у него нет пейса. В принципе, это решается очень легко, стилем сыгранности. И, как вы знаете, в этой части FIFA пейс не особо решает. Ну и последний пак. Давайте, поехали. Я даже ничего говорить не буду, просто верю. О! Окошечки есть. Это какой-то крутой игрок, я надеюсь. Испанец. Рамос. Рамос. Серхио Рамос! Отлично, блядь! 91! Охуеть! Нахуя мне играть в Викинг-лигу, когда я могу пойти поиграть, блядь, в эти ебаные дивизионы и вытащить Серхио Рамоса 91? Чтобы вы понимали, сколько стоит Рамос. 250 тысяч. Ребят, с утра я вспомнил, что у меня также есть аккаунт на Xbox, поэтому давайте здесь тоже откроем. Выбираем вариант номер один. Это такой же, какой и был. И будем верить тоже в хороший дроп, как и на PlayStation 4. Щиточки. Хорошо, щиточки есть. Франция, Цапник, Пае. 84. Опа! Хорошие экранчики, смотрим, это второй пак. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Информ, блять. Вряд ли что-то. А, хорошо. Чех. Чех, это заебись. Какой рейтинг у него там? 84. Нормально. О-хо-хо! Ебать! Что за пак? Что за пак? Вы такой когда-нибудь видели? Охуеть! Охуеть! Каждый раз я думаю, что все лучше не будет. И тут бац, блять. Три топовых игрока в одном паке. Чуваки, чё-то мне пиздец как фартит. Я просто в ахуе. Бразилия, кто там? Цапник? Талиска? И Томас Мюллер упал. Они вот прям намекают, чтобы я собирал именно Баварию. Ну, в общем-то, ребята, вот такие вот пакетики. Я надеюсь, они заслужили вашего лайка. Не пожалейте, поставьте покопинг. Как я считаю, получился максимально охуительным. И это еще не предел. Сегодня выходят карточки Once to Watch. А это значит, что сегодня вечером где-то в 8 или в 9 часов я запускаю стрим и будем пытаться выловить новые карточки. И еще для вас у меня будет просьба. Я все пытаюсь смотивировать призрака создать YouTube канал, пилить контент. Он создал канал, первый ролик залил. Ну, там отрывочек со стрима. Ссылочка будет в описании. Перейдите и напишите в комментариях какую-то мотивационную речь, чтобы этот молодой человек поднял задницу и начал уже пилить контент. Не знаю, как вам, но мне кажется, из него получился бы хороший ютубер. Все-таки, как-никак, это тот самый человек, который собирал драфт 199. Он, кстати, Рабоной гол забил. Чем? Рабоной. Че это? Где находится Рабоной на мне? Да, это вот так вот, короче, ногой вот так вот. Ну, в общем-то, на сегодня все, ребята. Опять же, надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Пишите в комментариях, что думаете про новую часть фифки. Везет ли вам так же, как везет мне. Ну и, в общем, пишите что-нибудь классненькое. Будет весело, круто, прекрасно. С вами был я, Панда и Фуксик. Люблю, целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Пока.